Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Густанёк, Серега, Пингвинус, пацаны, поздоровайтесь. Привет, кемлетики. Всем нравится рубрика «Экстремальный крокодил-дантист. Игра на желание». Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, давайте я буду первый начинать, а там уже по ходу действия будем смотреть. Надеюсь, я не сольюсь. Отлично, я живой. Я, ребята, придумал очень классное желание, я его потом озвучу, если я не сольюсь. Надеюсь, мне это желание потом никто не загадает. Потому что это будет угар. Ну давай, проиграй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. А я ж нажимаю. Соливай. Так я ж нажимаю. Я не нажимал еще. А, да, блин, а я же нарада. Серега, проиграй. Ну блин, а. Ладно, ладно, ладно. Есть. Все, теперь до меня очередь не дойдет, потому что шанс очень маленький. Просто малюсенький. Я думаю, что Серега проиграет. Это будет угар. Так. Блин. Ну все, Серега, один из трех шансов. А если сейчас не... Ой-ой-ой-ой-ой! Вот этот зуб несчастливый, нажму на счастливый. Нет, все-таки не на счастливый нажму. Фух, слава богу, ребята, класс, хорошо, что я там не нажал. Опять. Давай, Гусанёк, пока. Знаешь, какое мое желание будет, Гусанёк? В следующем раунде ты будешь нажимать еще плюс два зуба. Я знал, что это будет подпись. Я думаю, это будет прикольно. Ну что, Серега, давай, твое желание какое будет? Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И написать какой-то классный комментарий, чтобы ролик попал в тренды. Давай, Серега. Мое желание, чтобы ты сдох 10 раз разными способами. Ого. 10 раз? Да. Ну давай. Это было 2. Челепиздрик такой. Отлично. Сейчас. Третий. Давай, это будет четвертый сейчас. Так, отличненько. Серега, молодец сегодня. Так, Гусанёк, это прям жестко тебе наказание. Ребята, мега взрыв. Бомба, бочки и Гусанёк. Наблюдаем. Ну ждите, она будет еще пикать. Ничего страшного, мы готовы это наблюдать в вечность, как ты сейчас будешь взрываться. А что они расфризились? Ну ничего, Серега, взрыв будет. Ноль. Вот это жахнуло. Так. Всё, короче. Так, теперь моя очередь. Давай. Санёк, короче, смотри. Так, всё. Отойдите подальше. Сейчас отходим, салют, отходим. Салют с гусем Саньком. Давай. Ой, красиво. Отлично. Ну что, Гусанёк, раз ты проиграл, начинай, только тебе придется теперь три зуба нажать сразу. Представь, ты сейчас опять проиграет. Я буду угорать, давай. Ты говорил 2 только. Ну плюс 2, да. Ну один твой и 2 моих. Не, третий еще нажимай. Ну желание такое, ну у нас же идиотские желания. Так, отлично. Теперь я уже тебе загадывать такое не буду. Давай я тебе первый замочу. Где ты, где ты? Все, отойдите от него. Админский пистолет в действии. Еще в воздухе. Отлично, я давно хотел админский пистолетом замочить. О, Серега танк решил взять. Не двигайся. Машина спускает танка. Это будет четкое попадание. О-хо-хо-хо-хо, вот что откатилось. Так, давай, Пингвинус, твоя очередь. Так. Это тебе подарочек. Ты косожоп. Не попал, давай еще раз. Миша, все фигня, давай по новой. Ой, красиво! Давай, Гусанёк, раз ты проиграл, нажимай опять. Первый. Представьте, опять сольется. Я угор... Ай, блин, я бы жестко угорнул. Ну, давайте теперь я рядом нажму. Ух, слава богу. Я очередь. Отлично. Так, Пингвинус. Сейчас сольется, смотрите. Вот, блин. Ну, Гусанёк, давай, проигрывай. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, свой везучий зуб нажимаем. Ай, блин, а! Да он не везучий, ну когда как? Когда везучий, когда нет. На вот этом будешь падать. Ой, на тележке. Так она, я не умру, наверное. Ну ничего страшного, я тебя потом взорву. Так надо было бомбу мне положить. Вот это меня колбасит, там балкон ударился. Бам! Она не взрывается, не? Была бы... Ой-ой-ой! Я на балкон залетел, ребят. Все, я тут живу. Отдыхаю. Так, давай, Пингвинус, твоя очередь. Так, Дима, давай. Стою возле стены, ты меня врезаться хочешь, давай. Да, да. Я готов.
Ай, волка, пойми, ну буга. Ой-ой-ой, я в окно влетел. Я, кстати, перед... Как он меня ударил, сделал прыжок. Из-за этого в окно влетел. Ого, Серега, ты что там уже настроил? Давай, залази. Заложу, давай. Да. Серега, как всегда, придумает какие-то эпические желания. Это что-то сейчас будет серьезное? Да, сейчас я закрою, чтобы ты не выбежал. Я не выбегу. Все. Ну и чтобы другое не выбежало. А, да, ты понял, каких-то монстров хочешь мне наставить. Хорошо. Да. Давай, ставь. Я готов. Сейчас будет. Повыживать. Все? Ты никак не поднимешься? Никак не поднимусь. Замечательно. А, ты удалил эти пандусы, ну ладно. Да. Ах ты какой, а? Молодец. Так, интересно, ребята, напишите в комментариях, что он сейчас мне поставит. Кто правильно напишет, тот красавчиком будет. Лайк, но обязательно. Кого бы тебе такого? Ну-ка, эти есть, эти Nexboty? Наверное, нет. Они же работают? Они у тебя работают? Да, на этой карте все работает. То что сразу... Не, ладно, давай еще раз. Хорошо, давай, я готов. Я просто не ожидал, что ты в меня его поставишь. Раз, два, три. Опа, отлично, ребята. Ну что, Абунга хочет меня поймать, и у него не получится. Серега, я долго буду так убегать. Сейчас еще будет, ты че? Ах! Да блин, я не ожидал! Все, проиграл. Все, хорошо, ладно. Удаляй свои постройки. Раз я проиграл, я нажимаю кнопку. Так, вот эту нажимаю. Ух, слава богу, не слился. Я уже что-то боюсь проигрывать. Я хочу, чтобы Серега проиграл. Я хочу помучить. Фиг тебе. Так, пингвинус. Так, не буду думать. Сразу вот, который зуб первый меня, я его и нажимаю. Ух, слава богу. Пронесло. Ай, Серега. Все, гусенек проигрывает. Смотрите, вот я уверен в этом. Во, вот это проигрышный зуб. Этот нажму, вот этот умру, значит вот этот выигрыш. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ты сейчас... Ай, отлично! Отлично! Пингвинус! Так, пингвинус, что мы тебе сейчас задумаем? О, я знаю, что я сейчас задумаю. Вот так и стой. Сейчас мы его жестко расстреляем с этой пушечки. Отходите все, только не подходите к нему. Так, я подальше заеду. Ого, отлетел. Жесткая машина. Очень прикольно. Поэтому мы ее пока месси выкинем. Моя очередь. Так, давай, Серега. Так, сейчас подлагает. А что там О, опять что-то поставил. Какой-то ангар. Ну, давай, наверх становись. Ты бомбу взорвешь? Физганом давайте. О, это будет прикольно, кстати. Давай. Мне интересно даже посмотреть, как это разлетится. Так, Серега решил сегодня красивое разрушение сделать. Тысячно очень мощно, надо подальше отлететь, потому что мы все сольемся. Я думаю, на таком радиусе не зацепит меня уже. Ого, разлетелось все! Красиво! Я за текстуры улетел. Здание просто развалилось в хламину. Так, ну ладно, давай, пингвинус, начинай. Стоп, я еще. Нет, что там? А, ну да, я забыл, что там уже, хаваешь что-то, гусенек? Да, хлеб. Я ем. Он же гусь. Так. Что ты там решил ему сделать? Смотри, как он на балконе стоит, тусуется. Так, смотри, вставай это на вот так вот на перила. Так. Ой. И что ты ему сделаешь? Нет. Подойди еще. Подойди. А, он хочет, чтобы твой труп вниз улетел. Так, еще подходи. А, он и так разобьется. А, нет. Просрала твоя затея. А, ну все. И так пойдет. Давай, пингвинус, начинай. Надеюсь, Серега сейчас сольется. Вот я уверен, что Серегина очередь должна быть по-любому. Так, давайте я. Ух, слава богу, ну раз так боюсь. Ну, Серега, проиграй. Ну, проиграй, Серега. Ну, ты должен проиграть. Ой-ой-ой-ой-ой, чувствую, сейчас я опять сольюсь. Так, давайте, ладно, вот этот передний нажмем. Молочный зуб. Ай, да ну нет, ну не должно быть, ну блин, да я подался, специально проиграл. Ладно, давай, гусенек, ты будешь первый меня загадывать? Не, я еще думаю. Давай, пингвинус, твоя очередь меня мучать, издеваться надо мной. Дим, встань вот сюда. Встаю сюда, вот я стою. Так. Интересно, что он уже там придумал? Ого! Она не крутится назад. Физганом разверни. Сразу видно, умный человек. Давай, я готов принять на себя выстрел. Прощай. Косожоп. Мимо. Да не, нормально, он и так попадет.
Давай еще раз, у тебя получится. Ой-ой-ой, да мамуха, кстати, тоже убивает. Неплохо. Так, моя очередь. Давай, Серега, что ты опять придумал? Залази. Давай. Так, вот это я удалю сейчас, удалю лесенку. Короче, твоя задача выжить сейчас. Если выживешь, взорву тебя. Все, я удалил. Все, уже, Серега, не смогу залезть, все уже, никак. Так, короче, так, я поставлю сейчас парочку NPC-шек. Давай, только не сильно мощных. На этот раз не NextBot. Ну давай, давай, хорошо. Ой-ой-ой, вот это, кстати, прикольный. Давай, я хочу, чтобы он стену поломал мне. А чё это за читерство? Он должен так бегать? Я тебя буду еще бить монтировкой сейчас. Смотрите, ребята, я сейчас еще выиграю его. Щенок, я сзади. Я сзади, я сбоку. Дима, ты не думаешь, что это легко будет? Ой-ой-ой, там у меня уже 20 хп всего. Ай, ты еще одного поставил! Пусть ломает стену. Пусть ломает стену. А, они стену не хотят ломать, да? Давайте вот... О, вот так вот встану. А, о, отлично, отлично. А, ё-моё! Ай, да я застрял! Да я поддался. Ладно, убили. Давай, Гусоня, покажи вещи, как надо издеваться над людьми. Вставай в поле. Встаю. Смотри, отключи это искусственный интеллект, NPC. Он выключил, да, есть. А, ты вот так хочешь? Да. Ты меня еще ж не поймай. Ты ж меня поймай. Ладно, мочи. Так как ты на расстоянии убил? Это же нечестно. А давай, может, ты, Серега, умрешь, что мы тебе желание загадаем все-таки. А, не хочешь? И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Радекс, Васаби, Гусанек. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Сегодня будем играть в очень классную мини-игру, называется «Крокодильчик». И кто умирает, мы будем загадывать желание. Так что это у нас проигрыш на желание. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, давайте я первый выберу зуб. Давай. Покажу, давай. Как это работает. Вот наступаем. Допустим, я вот этот выбираю. Отлично, я живой. Все, я выхожу. Это я, давайте. Да, давай. Так. О, отлично, живой. Зубов не так много. Так что, если следующий ход у меня дойдет, мне уже будет прям очень сложно выбрать. Ах, ты молодец. Так, Радекс. Сейчас умрет, смотрите. От, блин, так, а какой же зуб теперь выбрать? Я не хочу желания вашей Галимы исполнять, потому что я уже такое напридумывал. Я думал, что вот этот будет... Фух, слава богу, а так немножко боюсь, потому что, знаешь, ты как захлопнется жестко. Ой-ой-ой, смотрите, 4 зуба осталось. Прям, знаете, сейчас сложно будет. Все, сейчас, думаю, захлопнется. Есть! Так, Радекс, ну что, мы теперь тебе будем загадывать желание. Так, желание мое, все должны ему дать по посрачу. Стоять! На тебе! На! Давай! Давай, Васаби, загадывай ты ему желание. Да один посрач! Подойди к стенке, вот сейчас подойди к стенке. Так. Три. Мы берем вот это. На. Так, и давай загадывай ты ему желание. Вставай тоже в стенку. А что вы ему все стенки загадываете? А, убийство гранаты. Надо было, знаете, что-то загадать, чтобы он сам себя гранатой убил. Было бы вообще офигенно. Так, отлично, нажимаем перезагрузочку. Ну давай, кто проиграл, начинает первый. Будем ему больше шансов давать, чтобы он опять не проиграл. Представьте, он второй раз сольется. Так, теперь я. Я думаю, что в этом серии, в этой серии я не сольюсь. Я думаю, что так вот это... Ух! Замечательная экономия, ты всегда в серии говоришь, что ты не сольёшься и умираешь в этой серии. Да ну я специально, видишь, проверяю. Чё, опять я? Не, проигравший. Да. А, фу, думаю, опять я, что ли? Ладно, давай мы тебе несложное задание тебе загадаем. Иди скупайся в водичке. Ты ведь карась. Давай, ты ж карась, иди скупайся. Ух, рыбкой полетел. Отлично. Ну все, такое простенькое желание, чтобы сильно его не озадачивать, чтобы не расстраиваться. Так, пацаны, загадывайте вы ему желание. Подорви себя базукой. Ой-ой-ой-ой-ой, началось издевательство. На. Ой, красиво. Смотри, Радекс, вот следующий ход. Ты сидишь все время вон там внутри крокодильчика. Так, не, давай не, так это не будет считаться, он опять сольется. Ты его предлагаешь умереть? Не. Давай другое что-то, это будет нечестно. Подойди к стенке. Так.
Да блин, а я тут при чем? Хорошо, хорошо. Так, ну давай, проигравший. Давай я уже в этот раз начну. Смотрите, сейчас я оживаю. Да ладно! Да ладно! Ну началось! Блин, нафига я первый начал? Хорошо, загадывайте мне желание. Кто первый? Давайте я. А, не бойтесь, не бойтесь. Короче, Дим, вставай вот сюда, вот на газоночек. Стою. Ух ты! Вот это именно расстрел! Опа! Опа-па, не попал, не попал. Хе-хе-хе, ладно, стреляй. Ладно, все, не двигаюсь, не двигаюсь. Стреляй, стреляй. Да ну, рахитно стоит. Ну я понял, кто управляет им, оно так и стоит. Последнее слово. Я в следующем раунде затащу. Ух ты! Так, давайте, пацаны, следующий кто? Давай я. Кто я удалил случайно? Смотри, Дима, спавнишь шину и едешь в воду. Офигеть, ну хорошо, согласен. Начинается у нас всякие приколы. Ничего, ребята, если эта рубрика зайдет, то я в следующий раз подготовлю очень прикольные такие, знаете, задания, желания наши. Все, заехал в воду, отлично. Так, давай, и следующий, кто там загадывает? А, я. Давай. Смотри, Дим, встань вот туда, в стенку, где я стоял. Началось опять издевательство. Блин, хотел поуклоняться. Ну все, все, молодцы, молодцы, поиздевались. Так, ставим опять этого крокодайлуса. Я придумал хорошее задание. Ну давайте, я буду не первый начинать уже, все, хорош. Давай, чтоб ты слился, конечно, все, не все послили. Ай, ты зараза, нет. А, молодец. Молодец. Молодец! Слава богу! Давай, его сами я. Так, ну... Чтоб ты слился! Зараза, ну ладно, ладно. Повезло тебе. Ладно! Да ну ладно, ну и что? Ладно, давайте вот этот зуб. Надеюсь, что в этот раз он не запрограммированный будет. Слава богу! Ну все, теперь я точно знаю, что кто-то из них умрет. Ха-ха-ха, отлично! Да, это либо... Давай, 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 давай! Нет. Есть! Есть! Васаби. Так, васаби, знаешь, какое тебе загадано желание? Взлети. О, сейчас мы кое-что сделаем. Делаем урон, реалистичный урон от падения. Взлети максимально высоко и упади, разбейся. Подожди, еще подожди. Так, настройки сервера, реалистичный урон от падения. Все, давай, возле крокодайлуса падай. А где он? Я его не вижу. Я ловлю. А, вижу, вижу, летит. Крязь, на тебе. Ха-ха, вот это хорошее было желание. Так, пацаны, давайте вы. Так. Ну, васаби, ты сам догадался уже. Ну да, ага. Давай. На, печка, че, духовка, что это такое? Это стиралка. Стиральная машинка. Ну. Теперь несем его сюда. Так. Что? И на голову тебе что-то сбросит. А, я это понял. Это моя идея была. Ну, давай, ты... давай, погнал. Прощай. Бух, а мы-то при чем? Это было жестко. Это чтобы не втыкали. Давайте я теперь первый. Ну давай, давай, давай. Саня не был первым. Ребята, не забываем обязательно подписываться на канал, ставить лайкосик и написать классный комментарий. И если будет 3000 лайков, мы сразу запишем эту рубрику. Только более, знаете, интереснее желания сделаем. Накачаем каких-то модов, может. Желание, я думаю, что у тебя... Я выберу свой... Я... Все, да, нажали? Один я остался. Да, да. Вот это мой любимый зуб. Да ну, ну зуб! Ну ты меня подвел! Хорошо, давайте. Я на него хотел встать. Ну блин, а... Ну давайте, загадывайте. Смотри, становись в поле. Так, становлюсь в поле. Сейчас что-то опять будет надо мной издеваться, а? Ай, тоже такое. А чё ж так слабо? Уже б стук, 100 штук бы кинул. Ловлю, ловлю! Ух ты! Жестко, жестко. Так, давай следующий издевательщик. Давай я. Становись тоже в поле. А вы что, вы полевые люди все? В джазу на 100 секунд. Ой, ой, прикольно, кстати. На! Жестко, жестко. Так, и давай третий. Мое здание очень простое, это просто стоять на месте, и я сделаю тебе... Ох ты! Хорошо, я уже придумал тоже вам задание прикольное. Так, ну что, давайте я буду начинать. Не, можно я? Нет, нет, все, уже хорош. Я опять выбираю свой зуб. Я выиграл. Ой, не выиграл, ну, по крайней мере, не умер. Так. Победа. Отлично. Отлично. Так, я сейчас, да?
Да. Вы ж не спешите, а то сейчас заставите меня опять зовут. Так, будем по порядку. Фух, слава богу, немножко боюсь, что она, знаете, захлопнется. Во! Ну, сейчас закроется, смотрите, сейчас он не угадает. Ну, давай. Ну, ты, блин, у нас еще, получается, гусанек не умирал. Да. На, опять карась. Я реально хочу уже умереть. Так, гусь-карась, ой. Гусь-карась. Этот, садись в машину, я тебя взорву в машине. Сидишь? Стой, не газуй. Я к нему сяду. Ой, подожди, еще раз. Во, четко, смотрите. Стоп, еще раз. Ой, колесо пробилось. На, это было эпичненько. Так, давайте следующие ему желания. У меня есть, да, спавни машину и садись в нее. Ты ее кинешь, да? Или что ты ему сделаешь? Не, у меня есть поинтереснее задание. Давай. Допустим... Так, бери там хорошую, большую машину, чтобы она ехать могла. Во, взял. Смотри, берем эту бомбу. И все, ну все, желание твое исполнено. Ой-ой-ой, горит жилипа. Сейчас давайте карту очистим, а мы сейчас будем все погибать. Оп, огонь стоять. Так, давай, третье желание. Так, вставай сюда в поле. Вот так, подальше, чтобы других не задеть. Так. Я не буду тогда близко подходить, то сейчас что-то опять придумают, ерунду какую-то. И просто стой здесь. О, все, я понял, что он сделал. Воздушный удар. Бум! Всех уничтожило. Это было жестко. Так, поехали дальше. Нам этого мало. Опа. Ну что, кто будет начинать? Саня. Тут вообще шансы, да, одинаковые. Кто не начинает, кто независимо, первый или второй, потому что тут полный рандом. Рандом, да. Ром-дом-дом. Я свой счастливый зуб нажму. Да год! Что я этот зуб в жизни выбирать никогда не буду? Блин, на. Ну давайте, издевайтесь-то давно, как вы можете. Чё делать? Так, ну я сиди. Давай. Я попробую повторить свою идею. Давай. Сань, давай я первый, пожалуйста. Не-е. Ух ты, ладно. Хорошо, издеваетесь, дальше. Спавни машину. Так, сейчас, подожди, возле облака не буду этого делать. Спавним машину. Три, привари эту бомбу к себе на крышу. Эй, о, давай по-другому сделаем, давай. Ставь бомбу, сейчас, ребята, мы сделаем. И что, врезаться в этой машине в стенку? Не, смотри. Едь, смотри, стреляем по нему. А, вы не попадете. Ой, вверх. Ладно, я врежусь. Я, блин, силу веревки сделал слабую. Там все, хорош. Опять полкарты горит. Ну давай, третье желание. И вставай под этот квадрат. А, ты меня хочешь прихлопнуть, да, жестко? Просто отпусти его. Отпусти его, Радекс, просто. Я помню, так работало раньше. Не, просто отпусти его. Ой-ой-ой, красиво. Что-то физга нам не захотела. Так, все, я первый начинаю. Фух, слава богу, опять будешь, что меня прихлопнет. Я следующий. Я хочу. Ладно. Блин. Никогда не верится человек. А, вы думаете, что тут зуб постоянно запрограммирован на смерть? Нет. Ты что, гусанек, получается, в этом ролике ни разу не умер? Отлично. Так, а кто из них умер? Кто ходил? Машину? О, я знаю, что надо сделать. Давай. Так, мы здесь сделаем. Ты хоть никуда не едь. Надо веревку длиннее сделать. Стоять. А стойте, не психуйте. Все, прощай, щенок. Это была моя идея. Да что веревка? Да зараза, веревка. Эй, Гаррисмод, нет, не вылетай. Нет. Вылетел Гаррисмод. Мое желание все было исполнено, чтоб вылетел Гаррисмод. Давайте вы ему загадывайте. Я сделаю аналогично, надеюсь, не вылетит на этот раз. Это не вылетит. Но я что-то накосячил. Мы берем вот эту бомбу. Ой-ой-ой-ой-ой. Врезалась, короче, в эту штуку. Крокодилуса. Так, давай, и третье желание. Не волнуйся, это подарочек. Иди, бери. Вот это жестко. Нифига себе подарочек. Так, ну что, и последний у нас раунд, и гусанек хочет проиграть, да?
Да. Ну давай ты тогда один и нажимай, посмотрим, сколько раундов он продержится. Может, до последнего зуба нажмет. Ничего себе, вот везение. Да что ты? Эй, так ты чё, гонишь? Ты чё, офигел? Да что вы? О, тот зуб вечно невезучий, который я вечно выбираю. Так, хорошо, теперь мы тебе желание. Давай я тебе желание сейчас исполню. Так. Иди сюда. На тебе. Убийство аниматроника. Давай, теперь ты рады. Тоже аниматроника? Давай, мочи его. А превратился в большого, плохого. Так, и третье. Саня, смотри, ты где? Сейчас берешь, летишь за мной. О, ты гигантский! Мы берем такие, заходим в Entity. Так. А, ищем такую хорошую бомбу. Вот, нашли. Ого! О, оно такое все здорово. Ничего себе! О, а я думал, оно сюда прямо упадет. Так. Я хотел последнюю славу, ну ладно. Мы живы все. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусь Санек, Радекс, Пингвинус, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем здорово. Как и обещали, мы снимем вторую часть про экстремального крокодила-дантиста. В этот раз мы сделаем еще лучше. Мы скачали карту с разными испытаниями. Дробилки, лазеры, пилы и всякие прочие молотки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, пацаны, давайте я буду первый начинать. Только в этой серии я уже этот зуб нажимать не буду. Один раз нажму и все. Ага, повезло мне, это отлично, мне это нравится. Ай. Все, Гусь-Санек слился. В прошлой, кстати, части он не умирал. Ну вот, все, пора твоя очередь сегодня страдать и умирать. Как вы помните, в первой части мы играли на желание. В этот раз будет то же самое. Так, Гусанек, ну давай для начала заходи сюда под рельку. Ребята, можно любые желания загадывать, ну и использовать элементы, которые есть на карте. Прощай. Отлично, отлично. Вставай сюда. Так, гильотина пошла. Ой-ой-ой, ну такая жесткая. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Так, и третье желание. Ага, в яму его хочешь? Давай, погнал. Ой-ой-ой-ой, красиво он там. Просто мгновенная смерть. В этот раз будем делать так, что кто проиграл, тот и будет начинать. Это будет по-честному. Представляешь, сейчас опять умрет. Вот бы я угарнул. Так, давай, кто следующий? Пингвинус. Так, давайте я, давайте я. Надеюсь, я сейчас не умру. Ух, слава богу. Это классно. Очень стрёмно, когда вы нажимаете этот зуб. Знаете, такое ощущение, что сейчас тебя прихлопнет. Ну, давай. А ты смотри, какой молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Все меньше и меньше шансов. Ну все, смотрите, мой любимый зуб. Ага, классно, классно, ребята. Я не проиграл. Ну все, смотрите. Есть, есть. Так, Радекс. Что мы тебе в этот раз сделаем? Давай, вставай сюда под молоток. Иди сюда. Вставай. Ребята, смотрите, как сейчас жестко будет. Давайте даже его выше задерем. Ну, ты готов? Да. Даже небольшой размах сразу мгновенно его убил. Это было сильно. Давай ко мне, за мной. Интересно, что придумает ему сейчас? Ой-ой-ой-ой, блендер это еще лучше и хуже, наверное. Сейчас его раздробит просто, смотрите. Ой, да. Так. Отлично. И третье желание. Давай, Радекс, иди сюда. Ты где? Стой, ты где? Я. Вот, да, вот он, на лазере. Давай вот сюда. Так. Это он отлетел вообще мощно. Отлично, отлично. Вы не спешите, давайте по очереди, чтобы было видно, кто умрет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гусанек, ты чего сегодня? Решил пострадать? Так, давай сюда, иди в комнату. А дверь как открыть? Дверь не открывается. А может, надо нажать? А, заходи. Смотрите, что она делает. Она его просто телепает вверх-вниз. Как эта штука вообще называется? Так и не понял. Гравитационная ловушка или что? Непонятно. Непонятно. Так, давай следующий, что у нас так, тут есть? Саня, давай, вставай на рельс. Сейчас будет очень прикольно, кстати. Прощай, Санек. А, беги, беги, беги! На, просто захлопнуло. Да, там еще спереди такие пилы сильные. Дань, сюда. На, красиво улетел. Так, нажимаем кнопочку. Вот бы сейчас Гусанек опять умер.
Гусуня, когда тебе за те разы, когда ты выигрывал много раз. Отлично, отлично. А говорил один раз, нажмешь, Дим. Я специально, видишь, обманул тебя. Давай, давай. Ну? Чтоб вы тут зуб не нажимали, это счастливый зуб мой. Че, я опять? Да. Да. А. Ну, будем по порядку, думаю, что... Ай-яй-яй, ну блин, а! Я так хотел бы выживать еще. Я знаю, на какой зуб лучше не наступать. На какой? На вот этот. Давай, Дим. Ну все, давай, давай. Ребята, прощайте. Прощай, Дим. Ой-ой-ой! Вмяло меня просто в пол. Так, что у нас дальше? Дим? Саня, давай, ты теперь. Я Дим, последний. За мной, сзади. Я за мной. Я за мной? Да, да, я за мной. Так, а что здесь? Я уже забыл, что сейчас будет. Нажимай на кнопку. Ой-о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 й! Ребята, нет! А, нормально, я живу. Мне ничего не будет. Да? Ого, как жизни улетают! Мгновенно просто раздавило. Это был, ребята, пресс. Ничего не будет. Жесткий так, пресс. Давай. Давай, Радекс, ты последний. Давай. Теперь просто сюда спрыгивай. О, отлично, все. Прям на шипы красиво. Ой-ой-ой-ой-ой, в одном месте появились. Ну, что такое бывает? Выбираем зуб. Давайте с другой стороны. Ой, слава богу, я живой. Давай ты. Давай проверим закономерность. Может, этот зуб все-таки счастливый. Ага. А, хороший зуб выбрал, молодец. Так. Так, теперь я вроде бы. Ой, меня тэпнуло чуть-чуть. Ну, я буду на свой любимый зуб нажимать, как всегда. Я на него. Да, смотрите, раздавит, смотрите. Гусаня. Ай-яй-яй-яй-яй, да ладно. Ты должен был раздавить. Так, Радекс, хорошо. Так, теперь я тебе сделаю мучение. А может, давай вот так вот? На, красиво просто улетел. Так, давайте следующее ему страдание. Расстрел? Давай. Нет, сейчас. Сейчас найдем. Экс. О. Ой. Ой-ой-ой, убийство от чужого, смотрите, прикольно. Ну все, замочил его, красавчик. Так, теперь я. И слился. Давай, так, просто Радекс. Избиение дубинками. Мы нам тоже его бить? Жестоко. А, все, понял. Так, заранее заберу твой зуб, Дим. Эй, это мой любимый зуб, ты чего? Нельзя так делать. Противоположный возьму. Давай. А, я так хотел, чтобы тебя раздавило. Так, я тогда вот тут посерединке нажму. Ай, хорошо, хорошо. Мой любимый зуб, Дим. Так. Кто у нас там следующий? Так, шансов все меньше и меньше на выживание. Так, сейчас подождите, дайте мне подумать. Если я нажму этот зуб, я умру. Если это, скорее всего, нет. Значит, вот этот. Слава богу. Хорошо, что я подумал. Короче, в этой мини-игре нельзя спешить. Ой, вообще шанс маленький. Вообще, ну все, тут 50... Ну все, последний зуб. Ребята, так мы еще не играли. А, ну получается... Блин, вот это прикольно. Кстати, да, вообще без шансов. Гусенек, это мы тебя просто подписали, чтобы ты 100% слился. Так, делаем ему мучение. О, давай я тебе сделаю смерть от админского пистолета. Ну давно такого не было. Стоять, отойдите, отойдите от него. Ты сейчас далеко улетишь. Мотнёй вперед, красиво летел. Так, давайте следующий. А, я помню эту штуку, да, сейчас тебя распилит. Красиво. Тут, по идее, должно распиливать напополам. Ну, такой звук, как пердёж издаёт, да? Как-то очень странно. Да. Так, пробил тебя. Ой. Все так быстро? Гусуняк, получается, в этой серии ты больше всех умираешь пока, Мишта. А я еще ни разу, кстати, не сдох. А, повезло. Сейчас, значит, твоя очередь будет. Твой любимый зуб, Дима, выбрал. Эй, это мой зуб. Ладно, давайте по порядку. Нет, вот это проигрышный зуб, вот это выигрышный. Ай, отлично, отлично. Я когда спешу, то я проиграю. Ой, красиво, Радекс. О, давай, иди сюда. Залазь туда. Так. Все, так и сиди, так и сиди. Тебя и так убьет. Ага. Ой.
А ну да, ноуклипом туда залети. Во-во-во, вот так, давай. О, отлично! И звук такой видели, уже другой был, когда он там находился. Давай, пингвинус, ты второй, я последний. Давай, иди сюда. О, это что у нас тут? В эту машину. Ой, мгновенная смерть. Машина ужасов, да, ты назвал? Эту установку. Ха-ха, прикольно. Ну, давай, удачи. Коктейль Молотова. Ну все, красиво сгорел. По красоте, молодец. Дим, а да. Может давай по традиции, если пингвинус таки не умрет, мы же его в конце ролика. Конечно, мы по-любому ему желание будем загадывать. Так, давай, Радекс, начинай. Так. Вот сейчас должен пингвинус умереть, а вот чувствую это. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще класс. Короче, лети туда наверх дома и упади с него, а мы тут будем наблюдать за тобой. Реалистичный урон падения включен. Конечно, для тебя все что угодно. Лети. Давай, я за компанию. Ловите нас. Бум-бум, красиво разлетелся. Так, я давайте следующий. Ну так это же профессионально. Это оружие очень имбовое. Чем ты его решил уже так наказать сильно? Ой, чё-то ничего. Ой-ой-ой! Да ты троих решил наказать? А, ну ладно, я тебя тогда просто с дробовика вынесу. Чё, у него жизни много, что ли? Ого, бессмертный какой-то. Или выстрел. Ну, у него, знаете, у рыбы же чешуя мощная. Такое сразу не берет. Тебе нужно познакомиться с ним. Ой-ой-ой, красавчик, нормально лупашит. Чайка-убийца. Она летать может, да? Да. Все, полетел вниз. Да странно, ты летишь вниз? Чайка бешеная какая-то, странно летает. Все, сейчас он умрет. Отлично. Так, ура! Зуб выбранный. Сейчас умрет, смотрите. Гусанёк, у меня для тебя есть сюрприз. Какой? Так, отойдите от него. Это опять? Ой. Убийство от метеорита, ребята, это было мощно. Так, посмотрим, как он лететь будет. Может его пушку выше поднять, пушку, не? А её нельзя регулировать. Так, а вот тут кнопка слева есть. Ага. Так. Ну что, Саня? Он живой, да ладно? Может, наоборот надо давай, было? Давай вот этим. О, давай катапульта, да? Ай. А, ну все. Ну это не хотел я сделать, но так получилось. Ой, красавчик, Serious M2. Ой, а куда он летит? Это он не попал. О, четко. Ой-ой-ой, эпично. По старой традиции, раз пингвинус не умер, он будет сейчас просто нажимать все зубы сам. Давай, погнал. Отлично. Ну все, пингвинус, красавчик. Хоть один раз в этом ролике ты будешь страдать. Пингвинус, стоять. На тебе мощнецкой монеткой. Просто уничтожейшн. О, лазерный меч пошел в ход. О, поджег его. Эй, не поджигай всех. Что-то он долго горит у тебя. Mm-hmm. Я тоже. В конце мечом его ударь. И меня поджег. Ой, красавчик, все, разрезал в конце. Бери. Так. Не бойся, оно не убивает мощно. О, нифига себе, даже у меня жизни вынесло. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Гусанёк, Профит. Серега, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Приветики, омлетики. Всем привет. У нас сегодня крутецкая рубрика «Экстремальный крокодил-дантист». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Расскажу вкратце об этой рубрике. Нажимаем зубы, и у кого челюсть склопывается, тот проигрывает, и мы загадываем все ему желания. Поэтому это у нас будет режим на желание. Давай, Сережечка, ты первый, погнал. Отлично. Давайте я. Сожри его. Не хочу. Мы еще, ребята, накачали очень классных админских пушек там, и будем сегодня развлекаться и веселиться. Серега, сейчас ты проиграешь. Вот ты захотел, чтобы я проиграл? Давай, нажимай. Все нажали, твоя очередь. Ага. Сейчас, Серега, не умрет, хорошо. Так, сейчас, подождите, надо подумать, вот. Ей, слава богу. Ну все, до меня уже в следующий раз хоть не дойдет. Ай, ну все, Профит, готовься. Серега, ну! Ну, за те разы ты должен проиграть!
И то, что я проиграю. А представьте, у меня сейчас не сработает. Сработает. Блин, я хотел сразу отпрыгнуть резко. Да я подался. Я подался специально. Ну все, давайте, загадывайте мне желание. Сегодня я чувствую, я буду страдать. Вселиться? Хорошо, давай, все, я вселился. Так, теперь вставай у тебя в поле. Все, встаю. Мгновенно, кстати, я живой остался, ты убил его. Ха-ха-ха, ну все, ты свое желание профукал. Давай профит. О, кстати, у меня жизни ноль. А, ну все, а как это законы вообще? Офигеть, ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Мы выпускаем классные ролики каждый день. И заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Будем общаться и веселиться. Давай, профит, загадывай. Ну все, давай, я включил. Давай. Ой-ой-ой, блин, ну это прикольно, NPC меня замочил. Серега, твоя очередь. Серега, как всегда, сейчас какую-то ерунду такую жесткую придумывает. Давай. Давай, я тут. Сюда, встань. Стою, стою, есть. Все, не двигайся. Я не двигаюсь. Блин, робот, чуть меня не убил. 59% осталось. А, он тебя не убил? Не убил, не убил, не захотел меня убивать. А ты попробуй на меня наступи. А, все. Это что называется, ляща робота? Да. Вот, смотри. Да блин, да хорош, ну одно желание. Ну че ты два сразу? Так, я удаляю, да, его? Я сам. Я удалил, потому что мне он не понравился. Раз я проиграл, я буду первый начинать. Давай. Блин, ну нажимай, немножко страшно. Вдруг я опять проиграю. Так, гусанек. Давай, кто у нас там следующий? Серега. Сейчас Серега проиграет. Я помню в тех роликах Серега не проигрывал. Это везение? Так, быстренько нажимаемся. О, сейчас гусанек проиграет, смотри. Да ну ладно, я сейчас если опять сольюсь, я буду угорать. Ну давай, Сережечка. Да ну нет. Только не я, пожалуйста. Есть! Да есть, профит, ну что? Это выстрел с пальца, так хочу им замочить. Так, отойдите все от него. Да, еще просто проверил. Одинаково убиваешь, что на левую, что на правую кнопку мыши. В чем разница? Моя очередь. То само прицеливается. Так, давай, Серега, твоя очередь. Вот тебе апперкот. Ого! У нас же еще есть апперкот. Это хороший был апперкот уж. Так, давай, гусанек, твоя очередь. Подарочек. Отходи, Серега, ты тоже умрешь. Ого, даже у меня жизнь отняло. Красиво он улетел. Ну, раз профит у нас первый умер, начинай. Сейчас мы кнопочку здесь нажмем. Отлично. Я хочу, чтобы умер Серега. Блин, ну это было прикольно. Профит, ты готов еще страдать? Давай. Сейчас. Во! Вообще нет проблем. Отойди, у нас вот еще вот такое есть админское оружие. Отойдите все от него. Красиво. Так, ну что-то скучно. Ну да, еще разок просто на всякий случай. Блин, надо было что-то поэпичнее придумать. Я думал, будет взрыв большой прямо, а взрыв маленький. Так, давай, гусенек, твоя очередь. Давай, руби его, руби. Красавчик. Так, Серега, ты придумал, как над ним поиздеваться? Так. Апперкотус. Так, ну что, раз профит у нас проиграл, начинай. Ха-ха-ха, если сейчас опять умрет, это будет угар. Я буду ржать сильно. Ну блин, надо. Ты обломал всю контору. Так, ну давай, Серега, ты. Ну проиграй. Ну фиг тебе, не буду я проиграть. Слава богу, я живой. Вот этот зуб. Вот этот зуб. Это самый счастливый, нажимай на него. Тебе ничего не будет, я тебе обещаю. Дима на нем сдох. Да, я постоянно на нем сдыхал, еще и в тех сериях. Так, отлично. Все, Серега, ну проиграй, ну пожалуйста. Ну ё-моё, ну почему ты не проигрываешь? Да ну нет! Нет! О, что это? Туковина. А, она бочки сбрасывает, насколько я знаю. На! Эпически, эпически. Так, что у нас? Давай, гусанек, ты следующий. Давай, садись. Пока, ребята, я вспомнил, мне надо купить молока. Хлеба? И что это будет? Реактивный ранец. А так оно мне жизни не отнимет. Воу, воу, воу. И бомбу кинь на него. Да что это за издевательство надо мной? Я сейчас воду улечу, скорее всего. У меня такое предположение есть. А чё я взорвался? А почему? Ускоритель в воду попал. А, не, скорее всего,
дивана есть определенные там жизни, и он просто разрушился. Я так понимаю, да? Ну да. Ну давай, Серега, твоя очередь. А, просто стоять? Ну давай постоим. Это хорошее желание, мне нравится. Серега, ну желание. Давайте посмотрим. Вышел. Это было Серегино желание, чтобы он вышел из Гарри Смода. Гениально. Ну что? Хорошо. Вот, давайте тогда за него кто-то желание мне загадает. По башке танком. Еще попасть, если бы надо было, было бы хорошо. А, все. Вот это было больно, кстати. Бей его, хорошо. А что, Серега, за желание такое у тебя было, чтобы ты вышел? Мне понравилось твое желание. Это танком по башке, правильно сказать. Так, ну что, давайте, раз я проиграл, я начинаю. Серега, наверное, к нам заходит, пока это время. Мы еще один раунд сыграем, давайте. Так, давай, Профитус. Отлично, теперь я. Я должен сейчас затащить. Да ну нет, ну почему? Ну почему, что за западло? Три раза в этом ролике слился. Потому что спешу, надо было немножко потихоньку. По 5 хп всего отнимает. Но убивает. Но убивает. ХП? Во, есть контакт. Это что, у нас жопа-дробилка была? Давай, гусанек, теперь ты. И что это будет? А, если я даже упаду об землю, скорее всего, я умру сразу. Воу! Я лечу вниз по красоте. А я в воду упал. А, взорвался. Так, ну что, сейчас я должен по-любому выиграть. Ну вот по-любому. Так, теперь я не буду спешить. Вот этот зуб точно будет нормальный. Отлично. Что это за смерть такая глупая? Так, Профит, давай, гусанек, начинай. Ой, нажимай. О, Серега. Отлично. Вот, Серега, давайте сейчас. О, отлично. Сейчас Серега будет нажимать в следующий раз. Так, ребята, Серега к нам присоединился. Его желание было хорошее, мне понравилось. Нажимай, твой зуб. Беники-беники ели вареники, беники-беники съели Димаса. Умри! Да ну господи, что за везение такое глупое? Я в рубашке родился. Так, давай, Профит, а потом я. Давай я. Ну умри! Пожалуйста, умри! Дима. Я умру. Так, сейчас. Эники-беники ели вареники, эники-беники клоц. Да что за клоц? Блин, а что издевательство такое? Прощайте, ребята! Так, косожоп! Ой. Ладно, стою на месте, давай. На. Это было больно. Еще и сверху добил. Ну, молодчик. Так, давай, Профит, ты. А издевались хорошо надо мной. Что это за смерть тупая? Есть. А ну. Есть! Я зомби стал. А, все, убийство от Хэдкраба. Давай, Серега, твоя очередь. Так, ладно. Так, Серега меня заточил в тюрьму. Что это за тюрьма такая прикольная? Кстати, очень классно сделано. Это контент Steam Fortress 2, насколько я понимаю. Че, сбивать меня будет? А он мне ничего не сделает. А не убивает меня. Саня, подойди ко мне. Опа, косожоп. Косожоп. Ого, Серега их доставил. Не могут пацаны попасть. Их больше становится. Их больше будет становиться. Красота. Классно, монтировки их не разлетаются. А чё меня не убивают они? Тихо, стопы, ты чё? Они зажали, я не могу двигаться, а могу. Кстати, очень... А кто у меня жизни? А, у них жизни выпадает, Серега, я пополняю себе жизни сразу. Это ты меня взорвал? Ты сам себя взорвал. А, ну я специально это сделал. Я поддался. Так, раз я проиграл, я нажимаю зуб. Фух, слава богу, я и так не хочу сейчас опять проиграть. Я хочу желание классное загадать. У меня есть очень хорошая идея. Есть! Вот твоя идея. Есть! Конечно. Ура, ура, ура! Отлично, господи, какая радость на душе сразу, что Серега проиграл. И вот здесь портал. Заходи в портал. Заходи. Давай, давай, не бойся, Серега. Заходи, заходи. Я зашел, what the fuck. А вот. Вот он летит, смотрите. Хря! Давай еще раз падай. 9 хп. А чё? Он с контролом упал, наверное. Не, я паркур... Не, пар, а, это, паркур 10... мод. Нет, а у меня бы так 10 хп от него, Дима. А не, я включил реалистичный урон от падения. Давай, заходи. Вот, летит. Хряясь, отлично! Я так и хотел, чтоб красиво разбился.
Так, давайте, Сереги, издевайтесь над ним. Давайте, давайте. В тех сериях, я помню, ни разу не умер, поэтому надо сейчас отрываться по полной. Кто из вас? Профит? Я. Давай, Профит, покажи вещи. Убью ракетой своей. Сам, давай. Сам, собственно. Красиво полетел. И разбился. Ты научись ей управлять сначала. На! Не умер? А чё у него жизни так мало отнимаются? Давай еще раз. Бам! Есть контакт. Ну что, Гусанек, давай, твое последнее красивое желание. Сюда. Так, идемте посмотрим, что он ему загадает. Вставай. Ой, прикольно. Гаргуль, я сейчас тебя лупанят. Барнакл. А, ну барнакл. Серега, ты был хорошим человеком, сейчас он тебя голову откусит. Жизни тратится. Все, прощай. На, отлично. Давай, бей его, бей. Ай, ладно, он кости, смотрите, повыпадали. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подливочка, Гусанёк, форум, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Наконец-то, сегодня у нас очень классная, веселая серия с офигенными желаниями, экстремальный крокодил-дантист. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ребята, обычно мы в роликах берем обычно классического крокодила-дантиста, но сегодня мы взяли экстремального, это когда у него вверху очень острые зубы и будет еще больнее нас мочить. Ну, давайте я первый буду начинать. Такс. Надеюсь, я буду сегодня загадывать очень классные желания. Вот видите, как я и сказал. Форум, ты проиграл. Так, я давайте загадаю ему желание. Я сейчас вселюсь аниматроника, а следующее желание будет еще жестче. Это как, знаете, тренировочное. А ну иди сюда, щенок. Давай, убивай. На тебе, поднял тебе и оторвал. Поднял, обнял, поцеловал. Давайте, следующий. Давай, Саня. Иди в поле. Ой, Гусанёк, как всегда, что-то эпичное загадает. Сейчас нейроядерную бомбу, да, нам голову сбросит. Я не знаю, что он может сделать. Напишите в комментариях, как же он его убьет. И не забываем подписываться, ставить лайкосики. Ролики выходят каждый день. Ой. Красиво, я так и думал, что это такое, что ты сделаешь. Так, давай, подлючка, теперь ты ему загадывай. Ну, пока что такое лайтовенькое, в принципе. Ну, расстрел. Это да, тренировочное. Так, раз ты проиграл, нажимай опять первый зубик. Представь, он сейчас опять сольется, я буду голосину ржать. От, блин. Ух. Ну, не обязательно с первого раза. Давай, Гусанёк, раз ты сальтухи крутишь, ты кто из вас там по очереди держишь? Да, вот. Уже все, сейчас. Так, чтоб не было потом драки, тоже проиграл. Я нажимаю вот этот вот. Есть. А немножко страшно, да, когда нажимаете на зуб? Да. Кажется, вот-вот придавит, ты прям ожидаешь удар сверху. Гусанёк, проиграй. Ну, давай. Так, вот этот зуб. Блин, ну ты молодец, молодец. Опа. Сейчас кто, я или форум? Ты. А. Ты. Я уже два раза нажимал. Так, у меня есть три шанса, чтобы не проиграть из одного. Есть. Есть, все, до меня уже очередь не дойдет. Нет! Блин, это классно! Форум, я как предсказал, что ты будешь проигрывать. Так, ну что, у меня есть очень классное желание для тебя. Оно, кстати, этот, мгновенная смерть называется. Прикольно. Конечно. Смотри, что я сейчас сделаю. Спасибо. Отходи подальше. Нет. Ребята, а четкое попадание в голову. Конечно, попаду. Как ты отлетел эпично. Миньон отлетел. Да, давайте следующий ему. Давай, в поле. Опять в поле. Ну что ж ты опять там задумал? Полевой ты человек такой, а? Ребят, настроение отличнейшее. Надеюсь, это настроение на вас немножко передастся. А что, ты его убить не можешь? О, прикольно. Это серия СМ2. Удаляй своего челика, он гоняется за нами. И тучка второй раз. Он теперь не будет спавниться, не? Ой-ой-ой. Прикольно. Раз форум ты проиграл, нажимай опять зум. Ребята, если представьте, он опять третий раз проиграет. Я буду вообще жестко угорать. Я придумал еще жестче желание. Все нормально? Нормально. Ух, слава богу. Давай, форум. Ну, блин. Мне прям шуйка то, что я проиграю сейчас. Нет, сейчас проиграет Гусанёк. Вот смотрите, у меня прям, ну, знания есть определенные. Да. Конечно. А я его запрограммировал так. Ну, без щитов-то интересно. Конечно. Так, Гусанёчек, ты готов? Да. Так. Стой на месте. А следующее желание, если я выиграю, я его взорву ядерной бомбой. Ого, ты не молодец. Ты готов? Давай, танцуй в это время, а я тебя собью.
Бум! Еще и переехал. Ну, как всегда, что было жестко и красиво. Так, опять твой челик бегает, удаляй его. А, ты опять загадал? Это желание у тебя такое? Иди это, в поле, в поле. Он спавнится, потому что почему-то сам. Иди траву коси. Такое бывает. Косить траву? И стой на месте. Ой-ой-ой-ой-ой, да не-не-не, ну что ты? А что ты сделал? И сам себя. Себя убью и всех. У нас гусунек-то умер, давай. Начинай. Начинай. Твой любимый зуб. Умрет. Так, давай форум. Вот сейчас форум проиграет, смотрите, это будет жестко. Да ну ладно. Но я не должен в этой серии проиграть. Потому что этот зуб сейчас сливый. Ха-ха, я знал! А зубы очень вверху острые, нереально острючие. Хлопывает жестко. Да ладно тебе. Так, все, улетай. У тебя есть режим полета? Да, есть. Улетай туда далеко-далеко? Далеко-далеко. Так, еще. Прям на край карты лети, пока он, ребята, летит, я возьму ядерную бомбу. Вон я его вижу. Ребята, смотрите, как это будет эпично. Кстати, такого еще желания у нас не было в этой рубрике. Кстати, а я хотел его загадать. Ого! У вас немножко тоже телепнуло? Ой, наше прикольно. Ого, и взрыв дошел, все, прощайте. Нифига себе-то радиус какой дебейлиший. Так, давайте следующее желание, кто ему там загадывает. Так, давай я. Вот это там мощь взрыва была. О, скибиди туалет, давай, это классно. Давай. Бум. Ага. А, убил, красиво. Прикольно. Так, давай, подлючка, теперь ты. Ну ты серьезно? Да ну тихонько. А, все, вот так вот, хорошо. А, ты два раза убил меня. Так, ну давай, раз ты форум проиграл, третий раз, давай я четвертый раз проиграю. Представь, сейчас с первого зуба умрет. До свидания. Да ладно. А бывают такие серии, когда, знаешь, не везет. Помните, там была тоже серия, когда я тупо сливался постоянно? Угу. Но в этой серии я буду живой, потому что для того, чтобы не проигрывать, надо очень долго выбирать зуб. Вот этот выигрышный. Конечно же. Все, до меня уже очередь не дойдет, потому что форум сейчас... А, да ладно, нет. Хорошо. Гусенек? Ну? Есть! Класс! Так, я знаю, чем я его убью. А давайте мы его убьем копьем. Смотрите, как красиво он сейчас отлетит. А нет. Просто сквозь него даже копье прошло. Нифига себе. Гусенек, иди в поле. Давай, иди. Траву косить. Давайте посмотрим, что же он ему приготовил. Ой, надо текать. Это ядерный... Ой, метеоритный дождь. А, ты один четкий. Ой, да. Красиво. Это была метка. Угу. И давай, подлючка, покажи вещи. А он танцует все. О, грузовик пошел. А, ну это такое, это не больно. А ты его просто брось над ним. Да, вот так. Ладно. Вот. Опусти, да, просто брось, он его придавит. Угу. Отлично. Придавливание грузовиком это тоже интересная смерть. Ну давай, гусанечек, сливайся еще раз. Мы с подлючком еще ни разу, да, не умерли? Да. Я люблю такие серии, когда мы не умираем. Ладно. Так, опять же, надо долго выбирать, чтобы не слиться. Так, эники, бенники, ели вареники. Эники, бенники, клоц. Вот, я знал, что я выиграю. Так, сейчас сатушка. Только сказал. Это что, значит, в следующий раз я должен умереть? Да. Так, я приготовил ему тоже очень классную смерть. Это будет смерть у нас от ядовитой гранаты. Туда, иди подальше. Ты готов задохнуться? Давай, уже. На, попей. Ох, ты красиво, что ты так отлетел? Это бывает. Это, иди, сейчас, подожди. Поле иди опять, давай. Так, и теперь смотри, иди ко мне. Мы ставим вот это. Садись ко мне. А вы решили вдвоем умереть? Да. Ну, прикольно. А, ну давайте, это будет интересно. Погнали, Саня, умрем. Давай! Я не ждал такого мощного взрыва, у меня шмалёт слетел. А это законно? Да. Это законно, теперь летучка. Так, давай. Стой на месте. Давай, друг мой. Покажи вещи. Так. Теперь, сейчас, вот это беру. Вот это... Ну ты вообще, да? Охуху, это мощная пушка, ребят. Давайте посмотрим, как она стрелять.
Мне кажется, этот выстрел мог бы корабль утонуть, утопить. Может. Но ты просто в человека выстрелил, жесточайший ты. Сразу видно, добряк. Ну давай, кто там умер у нас? Давай, подлетчика, начинай. Я хочу, чтобы он опять умер. Так, гусанечек. Давайте теперь я. Так, надо опять долго выбирать, потому что когда нажимаешь первый попавшийся, проигрываешь. Отлично, не умру в этом ролике. Чувствую, что я не умру. Не, ну можно было бы умереть, в принципе, ничего здесь плохого нету. Нет, Саня. Давай, гусанек, пока. Так, смотрите, он сейчас умрет, смотрите. А ну. Ладно. Кто, я сейчас? Да. А, ну хорошо. Так. Один из трех. Так, так, четырех. Так. А, из четырех. Ну ладно, давайте этот нажмем. Ха-ха-ха, я рад, что я не слился. А стрёмно нажимать. Ух. Все, сейчас кто-то из них умрет. Ну, твоя. Давай. Давай, Витушка. Твоя. Да, конечно, ты что? Ну все, гусанечек, конечно, хороший ты был, человек сейчас раз не сработает. Давай, танцуй и нажимай. Давай, перед смертью танец. Блин, это круто. Так, хорошо, давайте мы сейчас что-то такое придумаем. Интересное. О, я тебя сожгу. Где ты? Круто. Гори. А, блин, подожди, стой. Сначала попади. Гори. А чё, чё? Так я в него... А, хорошо. Гори. Да не ходи ты. Да как-то увидите на записи, вроде как попал в него, оно сзади загорелось. Потому что отскочило. Ай, больно. Как-то странно работает тут. Коктейль Молотова. А ну... Отойди чуть-чуть вперед. Так, давай, нас же не замочи. Ладно. Что вы все? Да, ну, ты понимаешь, что ты танцуешь, тяжело попасть. Да ты отлетела, ты красиво. Так, стой на месте, значит, стоять. Стоять. Стоять, мы говорим тебе. Ой, монеточка, монетка, это мощь. Ну давай, гусенек, раз проиграл. Твой любимый. О, сейчас сольется, ну блин, а... Ладно, давайте я. А ладно, давайте уже. Подлючка. Теперь я. Так, нельзя сразу первый попавшийся. Это по статистике всегда губит. Вот, отлично. Такс. Пойдет. Сейчас сольется, смотри. Да ладно. Не. Так, надо выбирать очень тщательно. Потому что какой-то зуб уже запрограммирован. А кого давайте? Они сразу, когда программируются на проигрыш или рандомно? Рандомно. А, ну все, ну блин. Да это вы виноваты. Ну ладно, я должен тоже пострадать, не только что мне сюда выиграть. Ну ладно, издевайтесь-то давно, я готов. О, ракета. Так, давай. А что мне делать? Садимся. Садись. А ты веревкой приделаешь? Да. Хорошо, я сел. Ребята, я сижу. Я тоже про это желание думал. Давай теперь, вот когда он сидит, я его в воздухе взорву. Когда я уже далеко улечу. Хорошо. Такс. Ну все, запускайте. Запусти, я все. 5 минут полет нормальный. Ребята, я полетел. Вот это меня колбасит! Красиво летит, но он попасть не может. Косожал! Вот это я лечу красиво! Давайте уже до потолка долечу. А нет, все-таки я взорвался. Бум, это точно что бум. Ого, я высоко улетел. Я что, прям четко летел вверх? Да. Не под наклоном даже? Да. Вон ты, твой труп летит. А все, я уже исчез. Хватит глумиться над моим трупом. Так, кто следующий у нас? Давай, подлючка. Сейчас я кое-что возьму, если это оно. Так. А, это оно. Это оно. Всё. Называется самоубийство всех. Нет, и себя вот тоже. Вот, все, стой так, стой так. Все, стою. Ух ты, блин, ой, я ж дернулся. В глаза искры. Опа, косой. А нет, не косой. Нет. Я хотел вовремя отскочить, не получилось. Ну все. Ладно, давайте, давайте, хорошо, уговорили. Сразу давай. Конечно, я уже со психом сейчас буду над вами издеваться. Ура! Ой-ой-ой-ой-ой, гусанечек. А теперь я еще мощнее бомбу использую, ребята. Еще мощ... Лети туда, в край карты, где был форум. Вон она. Да все, сейчас взорвется, они друг друга ударятся, и будет мега взрыв. Бум. Три, два. Не сегодня твой день. Да все нормально. Все взорвется. Ой. Бум. Еще бомбы к нам летят, смотрите. Нам жопа, смотрите. Летит. Вот это желание. Нравится вам, пацаны? Да. Хотели сейчас от радиации умрем мы.
А нет, все, а нет, да, с радиация. Ладно, загадывайте дальше. Вот это я жахнул. Ой, красиво. Админский пистолет, да? А, ну, нет, ну, но и... это как-то винтовка. А, понял. Сейчас, ну, похоже сейчас. На админский пистолет взрывы. Ну, конечно. Вот это ядерные грибы там. Ладно, я... Давай форум. Посижу. Удиви. Я посижу. А, ты добрый? И будет... Да, и будет все легко. Он летает. Отлично, куда летим? Ого! Ты ж кого пощадил? А чё ты не умер? Так нечестно. Честно. Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это точно что, пока. Еще. Да сколько можно?